Шумбрат Бразерс, и сегодня мы продолжаем проходить GTA San Andreas. Готовим чеферёху и усаживаемся за просмотр. Не забываем лайкосик под видосик и комментосик. Вот мы уже даже отстриглись. Внедряемся в банду. Вот он пыхает. Соседушка. Эй, Райдер, вот же чувак нагрузился. Райдер? Да, Синджей. Эй, Синджей, скажи мне, почему я школу не закончил? Это потому, что ты толкал наркоту с 10-летнего возраста, чувак. Нет, не поэтому. Потому что ты избил препода за то, что тот был одет в цвет другой банды. Нет, снова не угадал. Это потому, что я слишком умный для такой херни, чувак. Я реально крут, дурила. О, да, я просто гений. О, да. У кого много оружия? У кого больше всех оружия, а? У кого-то, у кого дома арсенал, черт, сдаюсь. У армии, нигер, у армии. Пошли. Да, да. Ты только затянись, нигер, зацени, отвянь, чувак. Ты же знаешь, я бросил курево. Так, я так понял, сейчас едем армию грабить. Езжайте на склад, находящему в океанском порту. Сможешь вести этот фургон и при этом не убиться? Конечно. Ду, вот и ду, ду, водки найду. Так, уймись, чувак, я потерял братишку, а теперь потерял маму. Приехали почти. Океанский порт. Вот это место, склад Национальной гвардии. Слушай, что это за хрень смотрится? Мы точно справимся? Это всего лишь Национальная гвардия, дурила, никчемные резервисты. С Ганста Гроусом они не справятся. Забирайся внутрь, сейчас все вычистим. Так. Откройте главные ворота, выстрелив по выключателю с другой стороны стены. Нормально так. Придумали. Hey, stop where you are! Hey, what's cracking, man? Пистолетик забираем. Открываем. Отличная работа, Сиджи. Так, откройте дверь склада выстрелом. Готов. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Okay, we in. Yes. What's poppin' next? Что ты там подзавис? Садитесь на погрузчик. О, так мы сейчас будем подрабатывать на погрузчике, как Лукас на станции. Так, подтяните ящик вилами. Угу. Есть, понял. Вот так, да?
Есть. Okay, homie, let's load this shit up. Я думаю, Лукас бы справился быстрее, чем я на погрузчике. Он на нем ебашит хорошо. Есть. Он уже утреется, а мы еще воруем. Там крутанулись сильно, занесли. Так, четко в лужу. Почти. Так, снаружи есть еще ящики CG. Ой-ой-ой. Ненасытные какие. Все ящики собрать надо. Вон, вояки уже бегают. Так, тут развернуться надо нам. Как-то вот так. А там кто-то едет. Пошли, Сиджей, хватит. Сиджей, садись за руль и поехали отсюда. Вылазь. Так, отправляйтесь к схрону в Уэйлфарде. Блин, названия такие, язык сломаешь. Уилфред. Еще там какой-то. Так, эти резервисты в натуре какие-то ложки. Эй, у нас много груза. Пацаны, по сигналу я брошу это браткам. Когда у папы ксива. Мы гангстеры, бро. Так. Куда нам надо? Ага. Вот куда, да? А мы сможем тут пролезть? Сможем. Отлично. Это было напряжно, напряжно, это было раз дерьмо. Чувак, ты говоришь, что ты в деле за братву. Так вот, братва подошла. О, авторитет, отлично. Так, тут рядом хата продается, наверное, со своими деньгами ее хер купим. Ну да. Не хватает денег. Уезжаем отсюда. Так, а куда нас карта ведет, а? Ведет она нас... Не, нам сюда не надо.
Так, поедем. Поедем. Сюда, на БС-очку. Так, не забываем о чеферюхе, она уже заварилась, попиваем. А по пути в спортзальчик заходим. Надо подкачаться. Так. Сразу нажим лежа, берем 160. И маслаем на все бабки. Так, раз. Два. Три. Ну, мускулатура наращивается. Сейчас раз 25 выжмем ее. Будет нормалек. Что, даже получится 30 раз пожать? О, отлично. Может, сейчас шкалу и заполним мускулатуры. На сегодня достаточно. О, до максимума улучшились. Отлично. Так, зайдем, что у нас спарринг сейчас. Зайдем, побоксуем. Конечно, хочу с тобой раунд. Сейчас мы тебе нахлобучим. На тебе по яичку по правому. Всё, забили как мамонта. Уходим отсюда. Где наша бричка? Садимся. Так, едем на нашу БС-очку. Есть бегущий пес. Бу, опять эти мусора. Йоу, Карл, увидимся. Какого хрена они тут забыли, копы хреново. Эти приставучие скотки уже задрали, думаю, большая шишка, но я ни хрена им не сказал. Я на все готов ради своего братишка, Карл. Ага, как скажешь. Сам знаешь, банда важнее всего. Ты с бандой в деле? Да. Слушай, тут моя кузина в Мексике приезжает. Надо съездить забрать ее. Тогда ладно, двинули. Так, а тачка где? Поехали. Так, мы знакомы с ней очень давно, да ты гонишь, не гони, сейчас поедем ее забедем. Так, уже почти подъехали. Опа. Окей, и вот моя кузина Мэри. Отличная, свеженькая только за грядки. Давай, тормози, зарить буду я. Блин, я должен был догадаться. Эй, извините, Хосе. Я есть Эль Гранто, паровозил. И мне нужна эта травка, компрет. Иди нахрен, кабру. Чего? Вот это ты зря. Гони сюда, эль травка. Не то размажу твои мозги по эль патио. Я драть твоя мама, панджера.
Дай-ка я сейчас им загрею. Да вали говняков этих нахрен. Уроды, я порву, запомни это погоняло. Нельзя его упустить. Нужно его пристрелить. Си-Джей, крошка, он весь твой. Шо, устал паровоз? Да, анимация, конечно. Догоните члена банды. Ага, еще и спину шпала. Иди сюда. Забили его, мазапака. О, капуста посыпалась. Это хорошо. Опа, сейчас за нами бегут. Бабки забрали хоть? Так. Тихо. Ничего себе он притормозил, как об столб ударился. Так, едем в Биг Смоку, паровоз. Вот, почти доехали. Тихо, нам на миссию. Так, по ту сторону закона. Карл, ты же без дела не сидишь. Ну вы же меня знаете, офицер Тенпенни. Да, Карл, я тебя знаю. И про тебя я тоже все знаю. Не трогай меня, убери свои поросячьи лапы. Все правильно, Карл, я слежу за тобой. И срать я хотел. Супин Сэм. Что это была фигня, малыш? Да я должен был спросить у тебя. Да задрали уже, везде нос сую. Ничего нельзя сделать, чтоб Темпетти не улез. Ага, наверное. Так, я подумал прокатиться, наша троица. Шепнула, может быть, мы будем в теме. Ладно, я в деле. Ну, паровоз, куда? Приехали на вокзал. Паровоз, а чё мы ищем? Братва Вага встречается с пацанами Сан-Фьера Рифа. Решили что-то мутить Сан-Фьера? А я думал, мексиканцы севера не тусят с латиносы, с Сан-Пенными. Похоже, они... Эти козлы нас заметили. Надо сваливать этих дурил. Так, догоняем. Давай.
Хочешь нагладить, пока попы не подтянулись. Ну что это было? Всегда так было, всегда. Так, теперь нам надо карту. А, у нас тут уже все стоит, да? Ну, меточку поставь. О, так хотя бы. А чё он тут по этому не показывает дорогу? По стёжкам, по дорожкам, по этим. Как ехать. А, всё, показано. Так, сейчас мы на простец. Да что ты? Занесло маленько. Поехали. Как раз по прямой. Копы. Вот и приехали. Сиджей, ты был лучше, не светился. Мне надо, чтобы эти дурили из труб спрятаться надо. Будь осторожен. Увидимся еще. Так, авторитет-то зарабатываем, а бабок что-то нифига нет. Просто бизнес. Тук-тук. Эй, Си-Джей, малыш, в чем дело, чувак? Чем занят паровоз? Отдыхай, покатимся, ага. Поведешь ты. Лады. Едем в деловой район. Lot of shit about to go down, Paul. Family's coming back, ballers pushing base, Russian cats with nothing to lose about to bust some ass. Russians? Now all my life, I've been told to fear the Russians. But I ain't never even met them. Then the ball comes down and we all supposed to be free. 5 minutes later, my cousin gets laid out by some Ruski fresh off the boat. Подъехали. Слышь, Карл, прежде чем я туда войду, мне надо знать, что ты... Поддержишь меня. Слушай, паровоз, мы уже столько пережили. Конечно, поддержим. Вот это я понимаю. Короче, как услышишь пальбу, сразу бегаешь, моляй. Я в деле, друган. Дорогуша, тебе составить компанию? Вот засранцы. Где? Они стреляют. Big smoke, you don't make big mistake. Watch yourself, CJ, I think they pissed. CJ, take the right and cover my head. Keep it up, baby. That's my dog making y'all pay. Stick with me, CJ, we out of here, baby.
О, бабла сколько высыпалось. Так, забираем автомат. Пригодится. Броник. Вообще в шоколаде. А на втором этаже что у нас? Ничего. Бабосы. Молодые боссы. Курим папиросы. Так, это ж. Ничего больше нету? Ну ладно. Пошли отсюда. Сохранились. Пора вернуть должок, детка. Садись. Настоящий гангстер и на мотоцикле, и с автоматом, и с пулеметом. Так, ничего не говоришь, моляешь, моляй мне. Жидкий металл в Терминаторе 2. На грузовике ныряет за нами. Колесами еще и... Есть. Опача. Давай, на перила сейчас заедет, по-любому. О, так я иду. Круто. Жаль, здесь ублюдки. Так, поеду на квартал. Да, слушай, нельзя тут торчать, пока куришь. Мир тебе, братишка. Садимся в точило.
Так, радио, радио, вырубайся. Не хочет радио выключаться, сядем в другую, значит. Радио что-то не выключалось в твоей машине, а потом нам этот авторские права прилетел. О, а тут уже выключается. Куда нам теперь можно еще заскочить? Куда можно заскочить? Давайте съездим к этому, к эсочке, к сержанту. Не забываем о четверёхе, попиваем. Вот пидорас, блядь, подбил меня. Что, к любимой заскочил? Милая моя, выходи. Привет, как? Так, выбор, который можно понравиться. Фастфуд, ресторан или закусочная. Все, нацеловался. You like my asshole always holding up shit. Так что заедем по коктейлю. Кажется, и этот район не по душе. А, по душе? Или не по душе? Давай зайдем сюда. Выпьем по стаканчику. Милая моя, ласковая, выпьем с тобой водярочки. А потом пойду тебя ужалю. Похоже, я неплохо провела время. Но выглядит уставшая. Лучше отвези ее домой. Поехали. Так, задом. Будем ее домой вести задом. Так еще никто, наверное, милую не возил. Не получилось. Ну ничего. Да она хочет еще раз ходить на свидание. Скоро она не сможет устоять. Ну это ж хорошо. Так, все, едем миссию выполнять. Любовь любовью, а деньги врозь. А ну интересно, боком, а не боком, не поеду боком. Ну почти поехал. Хотел по стенке боком дать, не получилось. На тебе, чтоб не бегала больше по проезжей части. Так. А мы уже рядом. Амунатион. Выходим. Чик. Доберман. Это магазин амунация. Здесь можно купить оружие и боеприпасы. Сейчас мы купим что-нибудь. Это Глен Парк, территория банды Балас.
Чтобы добавить эту территорию к вашим владениям, вам нужно расправиться с контролирующей враждебной бандой. Направляйтесь в Гленпарк на территории банды Балас и захватите его. Если вам нужна пушка, наберите. Наведайтесь в амунацию. Так, а что нам надо? Гранатомет бы какой-нибудь. Так, пистолет нам не надо, это не надо. А вот вот это гранаты. Возьмем. 5 штук хватит на всякий случай. Так, ладно, так, не то нажал. Защита. Бронежилет возьмем. Купить. Хорошо. Так, ну... Дробовик у нас есть. Ну, можно еще взять. Будут патроны, правильно. Или ладно, 600 баксов до хера за дробовик. С оружием у нас пока все в порядке. Гранаты есть. Что тут, дробовик, пистолет. Ну, короче, на первое время хватит. Так, теперь. Сюда нам надо главного босса убить, да? А метка что не ставит? А, все. О, поставилась. Садимся в тачку. Едем за водокачкой. Ну, вот эта тачка чувствуется бодрая. Территория банды Балас помечена на радаре пурпурным цветом. Пурпур. Так. Так, метка, наверное, указывает, где он находится, да? Это обычный гражданин, че не? Ну да. Так, а где эта банда? Он с банды, не? Ты с банды или нет? Так, так, чтобы отвлечь положение, нажмите, чтобы ответить отрицательно. Атакуйте члена вражеского, находясь у меня транспортного средства. А где, блядь? Оружие мое. Ну, а где главный бандит? Где главный бандит? Опа. А, все, звездочка попала. Так это свои, не свои? Или не свои? Опа.
Иди сюда. Есть. Так, а где главный их черт? You want this to get uglier? Give me that money. Oh! Есть. Еще бегут типки. What you think now, fool? Give me them chips. Блин, один пистолет только, а в полуавтомата нету. What's popping that? Есть. Есть. Hey, pay a nigga. Где они? Выходят тут с угла. Сейчас будем ждать их. Это район ваш. Отлично, и бабки наши. Теперь эта территория принадлежит семье Grove Street и помечена на радаре зеленым цветом. Члена вашей банды теперь можно найти на этой территории. Это хорошо. Ваша территория будет постоянно подвергаться нападениям вражеских банд, и вам придется оборонять ее. Когда на вашу территорию нападут, она мигает красным, и на радаре появляется соответствующая метка. Захват территории дает дополнительный авторитет, и доход, деньги будут появляться на Grove Street. Меня подставили, Тенпенни. Вы спугнули предателя, убейте его. Бля. Убили нас. Если ваше здоровье снизится до нуля, вы потеряете здоровье, окажетесь в медицинском центре. Хорошо. Так, и без оружия, да? Ну ладно. Так, нам надо вот сюда, на уже сюда, наверное, съездим. Или это амунация? Мы ж сюда ездили, правильно? Поедем к Сиджи. Гентон. Где меточка? Вот так. Бля, опять начинается это. Шмальба. Где машина? Дайте мне машину. Кто меня пристрелят тут? Я без оружия, без ничего. О, выметайся отсюда.
На тебе. Ебал. Бля, гаденыш в ухо. Не вовремя. Так, вот и мы подъехали. Выходим. Так, с 9 до 17.00. Тогда мы сейчас зайдем, сохранимся, и время чик пройдет. Так, по идее, уже должны мы. Ну, миссию попасть. О, хорошо. Лос Сепулькрос. Зацени. Так, мы будем все гангстеры на похоронах. Точно мы все книги за задницу возьмем за один раз. На похоронах, прямо как на маме. Пошли разберемся с этими ублюдками. Слушай, пора начать делать дела по-крупному. Задолбали Гроув Стрит на карте навсегда, на всю жизнь. Ладно, нигер, приехали. Так, нам понадобится поддержка. Уговорить этих членов банды присоединиться. Они уважают вас и могут нам помочь. Так, следовать. Поехали. Kane, ain't that cat front yard royalty? Yeah, so if there's a hint of trouble, he's a no-show. Так, нам сюда. Подъехали. Так, за дело. А мне пушку дадите? Ладно, CJ, двигай сюда. Так. Все, занимайте свои места и ждем Кейна. Нажмите, чтобы приказать банде следовать. На позициях, хорошо. Если вы будете удерживать нажатым в течение нескольких секунд или отойдите от группы слишком далеко. Вот они. Похоже, это циклон напялила на голову шапку. Сейчас моей пулей снесем. Так, ладно, CJ, займешься Кейном. Хорошо.
Побежали. Где он? Come on in, homeboy, hit. Family reunion, homie. Was cracking, fool. Тихо, тихо. Come on, CJ. Get in there. You want some lead in you, huh? Move in, Billy. What you dudes waiting for? What you saying? Nice one, CJ. I'll get us a getaway car if you guys take out the rest of those ballers. Так, скилл нам закончили. Есть. Так, садитесь в машину и отвезите красавчика домой. Все в тачку и погнали. А ладно, хорош вам. Приехали. Мы им всем показали. Все по домам залично, но увидимся позже, Карл. Бабусики. Так, сохранимся. Коль мы уже тут. А, букетом цветов можно купить, да? Так, куда можно еще поехать? Поедем, наверное, в спортзал съездим. Выносливость потренировать. Уровень понятно. Ну вот, пятый.
Ой, вошел подкачаться. Короче, что-то у нас с этим бегом не выходит. Ладно, хрен на нем. Едем дальше. Едем, 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 едем мы на гелике. Съездим мы все-таки вот сюда. Купим, может, что-нибудь. Угу, вот, подъехали мы на S, чи, и вернее C. Серый импорт. Проклятие, куда это вы, чёрт? Куда это ты намылился, Карл? Я-то думал, мы друзья. Как полицейский, ответственный за борьбу с гангстерскими насилиями, я стою перед нелегким нравственным выбором, Карл. Ага, как. Карл обиделся, что ли? Честно. И это именно тогда, когда я собираюсь помочь этой банде бродяг. Так, мне бы хотелось сохранить Гроуп-стрит. Мне нравится, когда вы все тупые ублюдки делаете за меня работу. Тупые ублюдки? И теперь, когда мне сообщают, что одна банда получает несправедливое преимущество перед другой, я начинаю беспокоиться. Что ты имеешь в виду? Я говорю, что балласт в черепушках есть мозги, Карл. Я говорю, что они заводят связи и обзаводят серьезным снаряжением для тайных дел. Так, может, хватит гнать лободу, Танпети. Просто скажи, что тебе надо. А ты наведайся на товарный склад в портовой зоне, Карл. Ладно, береги себя. Обязательно. А где моя машина? Коммуниздин. Ладно, будем, значит, эту брать. Так, наверное, заедем за оружием. Бо с оружием у нас туговато. Купим броник, купим стволы, пистолет есть, да? УЗИ есть. Купим патрончики. Еще. Еще хватит. Так, это есть. Дальше. По-любому броник. Не-не-не-не-не-не. Возьмем. И то чуть-чуть не зажал. Отлично. Так. Граната. Хватит нам 5 штук. Дробовик возьмем. Можно даже это обрез.
повеселее будет. Ну, отлично. Скупились. Так, оружие прячем. Букет в руках. Чай на столе. Воротик. Воротик. Я первый поворачиваю, подожди меня. Кабул, Пикачу или Райчу, Бульбазавр, Покемон, Покебол. Подъехали. Так, на складе стрелка между русскими и балласт. Ничего себе. Клевые тачки. Нужно придумать, как пробраться внутрь. Давайте выметайтесь. Идите сюда, родненький. Достают. Есть. Так, здоровья нам не надо. Есть. О, броник. Отлично. Собираем оружие. Есть. 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 Send them ducats over here. Так, отлично. Так, берем калаш. Life,
Ёбаный урод, блядь, долбоёб, кинул гранату. Поехали. Так, где он вынырнул? Бля, он по туннелю поехал. Где-то здесь, да? Так, по карте нам теперь куда? Отсюда можно метку убрать, да? О, теперь можно вот сюда обратно, на свой райончик. Гранатки я не зря купил, пригодились. Так, заезжаем сразу, пускай тут в гараже моцик будет. Бабосики собрали. На миссию пришли. По соединению с семьей. Черт, вот эта девка. О, да. Йо, братишка, здорово. Сиджей, как ты? Выруби грубиный телек. Гребаный. Как мы и говорили, больше никакой дури не кути. Баласы долго травили нас, пока мы сражались друг с другом. Так что семья собирается встретиться. Я считаю, что пришло время атаковать. Никакого крека на нашей улице. Голосую за здоровье. Если красавчик так считает, значит, так и есть, мы с ними. Давайте сделаем это. Так, отвези брата Лу на встречу в мотель. Just chill the fuck out, man. Remember, we're reuniting the family, so no bullshit. Stay cool. You know me, sweet.
cool as a Shaolin monk. Especially you, Roddy. What you mean? I resent your implication and shit. Sweet's just saying you're a natural killer. Угу. Подъехали. Okay, it's strictly one rep. Тут строго один представитель от каждого банды. Вы ждите, я пошел. Спасибо, братишка. А то я не доверяю этим парням. Нравится мне этот чувак. Посмотри на семьи других районов. Когда-то они были все группы. Расслабься. И мы расцветем скоро. Опа, че. Опа, полиция Лос-Санто совсем осталась на местах. Вот дерьмо. Всем к выполнению приступили. Чувак, что ты делаешь? Карл, давай тачку, мы валим отсюда, детка. Я не брошу брата, я не сосу. Капец. Вот и кенты бросили меня. Так, зайди в мотель спасти. Ну, детка, больно, конечно. Подлечи меня. А ну, а еще раз она подлечит. А, все, ее нету. Ну ладно. Get some suppressing fire in there. You want some lead in you, huh? Есть. Подлечи меня. You saved me. Have some sugar. Спас меня. Вот награда. Нормально подхилило. На проверочку. Ease up, fool. Unit down, repeat, unit down. Give me some fucking covering fire. Тихо, тихо. Наверху ничего нема. Лапки. You say to me? You went in for life, huh? Лежать.
Send them ducats over here. Ага. Корешок мой. Right. Где тебя носило? Они покинули нас. Черт, валим нахрен отсюда. Это полезет, как бы лосанту, как всем отправиться на места. Так, сижу, вертушка нас прессует. Вали его. Так, владение дробовиком повысилось. Давай, СиДжей. Опять копы. Это паровоз и райдер. Садитесь. Давай, дави на газ. Чувак, у меня патроны кончились, у меня тут калаш. Это хрен на антиквариат, что нам повысилось. Отлично. Ага, отлично. Мотоциклисты копы. А где эти чуваки наши? Да. Ну блин, бывает, что сказать. Запарай косяку. Чувак, я чуть не охренел. Вау. Нахрен надо валить. Райдер прав, надо разделиться и встретиться позже. Так. Что, это меня стрелять хотят? Пойдите в жопу. Я домой бегу. Them
Надо тачка какая-нибудь. Вот, например, вот это. Не хочешь отдавать? Давай мне вот это, вот телегу. На, тебе хлебало, поехали. Так. Все, мы у дома своего. Так, ну что, люби друзья. Так, ну что, люби друзья. Будем на этой ноте заканчивать. Не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. С вами был Дарк. Как-то так. Всем пока.